Докажем так называемую лемму об отражении, теорема о баллотировке. Недавно президент Трамп чуть было не был в Америке убран со своего президентского поста, и там голосование происходило примерно пополам пополам, правда? У республиканцев было чуть-чуть больше голосов, там было два вопроса, я точно не помню, какой это было. Кто-нибудь помнит, сколько там было голосов? Там было 47-53 и 48-52. Ага, 47-53, то есть 47 за то, чтобы его выгнать, 53 за то, чтобы он остался, правильно? И там был другой вопрос, по другому вопросу, сколько было? 48-52. 52-48, да? Замечательно. Ну, в этот раз я, на самом деле, не смотрел, как там происходило это слушание. А вот при предыдущей попытке импичмента я помню, как это происходило. Трансляция там была на весь мир. Потому что там было совершенно неочевидно, что президент останется. И там дело было так. Всех голосующих собрали в одном зале. Ведущий заседания каждому из них, зачитывал, значит, вопрос, по какому поводу он голосует, и громко спрашивал, и тот на весь мир отвечал. Понятно? Там да, и за он или против. И вот, ребята, теперь представьте себе такая задача. Ну, давайте, например, 53-47. Представьте себе, что у вас есть 53 шарика одного цвета и 47 шариков другого цвета. Да? Ну, например, 57 называется «за», ну, за то, чтобы остался президентом, да? И 47 против того, чтобы остался президентом. Отлично. И вы берете эти шарики по одному. То есть накидали в мешок 100 шариков, перемешали, и в случайном порядке по одному и берете. Вопрос. С какой вероятностью при подсчете голосов все время будет лидировать «за»? Вот интересно, что вам говорит интуиция? Да? Все время. Все время. Нет, то, что в конце будет больше голосов «за», это понятно. Когда вы все 100 достанете, счет будет 53-47. Но смотрите, очень большая вероятность, что в первый раз вдруг вы достанете тот, который против, правда? Так вот, вероятность будет исчезающе маленькая или все-таки большая? Большая — это сколько? 1/47. Неверно. Сколько? 1/100. Это гораздо лучше, чем 47/100. Еще варианты есть? Вот, ребят, в этой задаче потрясающий простой ответ. Оказывается, надо просто посчитать. Надо взять разность этих чисел и надо взять сумму этих чисел. 53 минус 47 разделить на 53 плюс 47 – это сколько? 6. Это 6%. Вот оказывается, что с вероятностью 6% голоса «за» будут все время лидировать. Ну, вообще, вероятность не такая уж большая. Но с другой стороны, если какое-то событие произошло с вероятностью 6%, то его невозможно назвать, ну, понимаете, это вам не одна миллионная, не одна тысячная. 6% это какое-то такое разумное число. Так вот, давайте я сейчас только, пожалуйста, не на 53-47, а все-таки на любых числах А и Б докажу эту самую теорему о баллотировке, потому что она очень помогает вообще разобраться с этими путями. Что же у нас на самом деле есть? У нас есть начало координат, это точка с координатами 0,0. И у нас есть точка с координатами А плюс Б, и А минус Б. Смотрите, А, разумеется, больше Б, потому что иначе шансов всегда быть выше абсолютно никаких нет. И нас интересуют
всевозможные пути, которые вот такие, согласны? Которые заканчиваются в вот этой точке, а начинаются в вот этой точке. При этом запрещено этим путям куда спускаться. Им запрещено и на оси абсцисс тоже бывать. То есть мы сейчас подсчитываем, вот вся ось абсцисс – это запрещено. Мы сейчас подсчитываем количество путей, которые начинаются вот здесь, заканчиваются здесь и все время выше оси абсцисс. Все понятно? Делается это замечательно простым приемом. Сначала мы подсчитаем, в принципе, сколько путей начинается здесь, заканчивается здесь, и идут как попало, пересекают ось абсцисс, не пересекают. Просто в принципе, сколько таких путей. Это числосочетание. Согласны? У нас фактически есть А плюс Б мест, и на каждом месте либо плюсик, либо минусик. При этом плюсиков у нас А штук, минусиков у нас Б штук. Значит, надо писать число сочетаний из А плюс Б, хотите по А, хотите по Б, это одно. Замечательно. Теперь вопрос, какие пути, что называется, плохие? Плохие все пути, которые пересекают ось абсцисс или идут вниз. Вот, ребята, мне это откровенно не нравится. Потому что, смотрите, я хочу сказать, пересекают ось абсцисс, это значит точка на оси абсцисс, и мне отдельно придется говорить, идут вниз. А давайте-ка я сделаю так. Я скажу, что для того, чтобы все время лидировали голоса «за», на самом деле можно выходить не из начала координат, а можно выходить прямо вот из этой точки. Из точки с координатами 1, 1. Тогда уже надо будет брать не число сочетаний из А плюс Б, а число сочетаний из А плюс Б минус 1. А плюсиков будет, согласитесь, на 1 меньше. Потому что 1 мы уже здесь израсходовали. Согласны? И тогда вот этого вот эффекта, что вначале мы могли пойти вниз, просто-напросто не будет. Хорошо. Так вот, из всех путей, которые начинаются в этой точке, давайте я обозначу точку А, а заканчиваются в этой точке, давайте я назову точку Б, надо выкинуть пути, которые побывали на оси абсцисс или ниже. Ну, смотрите, если вы побывали ниже, то на оси абсцисс вы тоже побывали. Поэтому нас интересуют пути примерно такого вида, что вот здесь вот пошел сюда, потом пошел сюда, потом пошел сюда, ну и потом как-то там ходил и сюда дошел. Вот такие пути нужно выбросить. У каждого такого пути есть некоторая точка С. Это самая левая точка, оказавшаяся на оси абсцисс. Итак, С – это первое попадание, может быть, оно единственное, потому что могло коснуться и дальше пойти, может быть, не единственное, первое попадание на ось абсцисс. И вот дальше совершенно замечательная идея. Метод отражения. Ребята, я делаю очень просто. Я вот этот вот кусок пути, который между точками А и С, подвергаю осевой симметрии относительно оси абсцисс. В таком случае здесь будет точка А'. С координатами, я специально написал здесь координаты, чтобы вы не перепутали, 1 минус 1. Здесь будет вот этот кусок был, вот он так вот как-то пройдет, ну я не знаю как, но пройдет до точки С, а дальше от точки С как, вот, как шел, так и пойдет. Давайте поймем, что когда две точки расположены с разных сторон от оси абсцисс, то путь обязательно пересекает. Поэтому, когда вы будете подсчитывать количество путей, начинающихся в точке А' и заканчивающихся в точке Б, то, безусловно, все эти пути надо вычитать.
Отлично, пишем. Минус. Минус сколько? Смотрите, мы начинаем здесь, а заканчиваем вот в этой точке. То есть мы вычитаем а плюс b минус 1. Теперь сколько мы делаем шажков вверх? Смотрите, мы здесь делали а минус 1 шаг, попадали сюда. А здесь мы, если сделаем а шагов вверх, то мы тогда, соответственно, на один шаг вниз тоже меньше сделаем. В общем, вот так вот. Отлично. Все, что теперь осталось сделать, это вспомнить определение чисел сочетаний и просто-напросто написать. А плюс b минус 1 факториал разделить на а минус 1 факториал и на b факториал минус а плюс b минус 1 факториал разделить на а факториал и на что еще? На b минус 1 факториал. Так, давайте мы посчитаем, что же это за величина. Понятно, что здесь надо вынести за скобку а плюс b минус 1 факториал разделить на что? На а минус 1 факториал и на b факториал. И здесь останется. Так, смотрите, здесь в числителе осталась единица, но здесь есть... Что-что? Нет, я сейчас справлюсь. Вот здесь просто единица, это не проблема. Здесь была лишняя буква А, но зато здесь не было буквы Б. Поэтому здесь будет просто-напросто B разделить на А, вот честное слово. Хорошо. И что это в результате такое? А это очень просто. Это внизу у нас будет А факториал и Б факториал. Вверху у нас будет А плюс Б минус 1 факториал умножить на А минус Б. Я получил уже достаточно понятную формулу. Теперь, чтобы получить окончательный ответ, достаточно вспомнить. А, собственно говоря, сколько всего путей, которые начинаются в начале координат и заканчиваются в точке B? Вот здесь, смотрите, я смотрел на пути, которые начинаются в точке А и заканчиваются в B, и вычитал из них по методу отражения, которые начинаются в точке А' и заканчиваются в точке B. Но, в принципе-то, совсем всех путей сколько? Это я в самом начале выписывал. А плюс B мест, на которых расположено А за и Б против. Это что такое? Это число сочетаний из А плюс Б по А. Согласны? А это что такое? Мы тоже выписывали. А плюс Б факториал разделить на А факториал Б факториал. Господа, вот сейчас надо на это число разделить вон то число. Давайте я торжественно напишу. Хотя думаю, что ответ уже всем понятен. А плюс b минус 1 факториал, умноженное на а минус b и деленное на а факториал b факториал, надо разделить на а плюс b факториал, которое разделили на а факториал b факториал. Сколько получается? Смотрите, вот эти а и b факториалы сокращаются. А минус b, конечно, остается, а здесь а плюс b факториал, а здесь а плюс b минус 1 факториал. Что остается? А плюс b. Вот он, чудесный ответ. Называется теорема о баллотировке. 1878 год, ее доказал Уитвард, и независимо в 1887 году ее доказал Бертран. То есть это вот 19 век уже такую вещь знал.